Добрый день. Большое спасибо Битриксу за предоставленную возможность вас увидеть и поговорить. И тема, о которой мы сейчас с вами поговорим, собственно говоря, мы с вами пройдем по крайне простенькой схеме, но из которой, на мой взгляд, довольно много чего видно и чего понятно. Поскольку тема все-таки у нас CRM-овская, то, соответственно, мы с вами и выйдем в результате некого общения на результаты, связанные с CRM-же. Схема будет примитивно простой. Мы начинаем с вами разговаривать о клиентах, клиентской базе, и мы пройдем по самой, так сказать, банальной схемке. Выглядит схема следующим образом. Где-то на просторах Вселенной гуляет человек, который о нас еще не знает, но должен он узнать, что мы ему очень нужны, и наш продукт ему очень нужен. То есть у нас есть, имеется некий первый этап, мы его должны привлечь к общению и взаимодействию. Сейчас стало очень модно известное слово «лидогенерация». Это очень хорошее слово, которое очень хорошо описывает этот процесс. То есть от неизвестности к некоторой минимальной известности начало взаимодействия с компанией, с информацией, которую компания предоставляет. Дальше, опять же, классическая история. У нас вот этот наш клиент вступил в контакт с нашей информацией, возможно, с нашими людьми, с нашей рекламой, с нашим сайтом. И он преодолевает некий барьер. Это классическая модель. То есть у него есть сомнения, у него есть несогласие с ценой, у него есть неуверенности в решении своих задач, своих проблем и так далее и тому подобное. На этом этапе, как раз в виде барьера, у нас очень часто появляются люди, и мы говорим о том, которые помогают человеку барьер преодолеть. Это наши менеджеры, переговорщики, продажники, которые ответственны за заключение контрактов. Либо та информация, при помощи которой мы убеждаем людей, что именно наш продукт нам нужен. Банально. Еще раз повторяю. Все, что я рассказываю, очень плоско, очень очевидно. Человек решился купить у нас нечто, и он попадает в зону обслуживания. И вот тут у нас уже начинается чуть-чуть поинтереснее. У нас человек либо находится в зоне обслуживания как можно дольше, если мы снимаем деньги за обслуживание. Да, вот вы платите за сотовые телефоны, и сотовый оператор счастлив, что вы там пользуетесь годами его телефоном. Либо он должен пройти эту зону как можно быстрее, если мы продаем ему коробочку, домик строим, что-то такое делаем. Далее, у него, возможно, есть какие-то препятствия на тему с нами расстаться, а может, эти препятствия нелегкие, так называемый выходной барьер. И человек нас покинул. Схема банальна. Но появляется очень интересный момент следующего содержания. В реальности большинство бизнесов, или если быть еще чуть более, как сказать, точно, центров получения дохода, да, продукты конкретные, с моей точки зрения, относятся к трем основным категориям. У нас есть продукты, которые продаются, условно говоря, один раз. Если вы не профессиональный риэлтор, вы квартиру покупаете нерегулярно. Вы даже не очень регулярно покупаете автомобиль. Да? Вы не очень часто устраиваете своих детей в дорогую школу. Ну, сколько детей набралось? Ну, не бесконечный процесс. То есть имеются бизнесы, где самым главным болтом, так называемым ключевым фактором успеха, является эффективность привлечения новых клиентов со всеми вытекающими последствиями. То есть первый тип ориентирован на разовые продажи. Разовые, возможно, крупные продажи. Второй тип бизнеса. Когда мы имеем возможность и тему для регулярного повторения продаж. Мы возим году в офис, поставляем инструменты ремонтным компаниям и так далее. Да? То есть занимаемся регулярным обслуживанием. При этом, что здесь происходит? Здесь интересно следующее. Я заказал воду в офис,
Но следующий звонок через неделю я могу совершенно свободно сделать другую компанию. Меня никто не остановит. Никаких препятствий в этом у меня нет. Одни бонусы в виде бесплатной воды. И третий вид бизнесов – это когда человек платит за сам факт своего обслуживания. Ну, самое банальное – это телематика. Вся или практически вся. Это абонентское обслуживание со стороны бухгалтерий, банков, юридических компаний и тому подобное. То, что я рассказываю, опять никаких особенных проблем вроде бы не составляет. Да? Банальная идея. Но происходит следующая штука. В зависимости от того, как устроен тот продукт или тот бизнес, который вы рассматриваете в данный момент, у вас совершенно по-разному должна быть, оказывается, устроена компания. У вас совершенно в разных местах расставляются ресурсы. И человеческие, организационные, прочие, прочие, прочие. Например, ну, я, скажем, хорошо знал внутреннее содержание одной крупной интернет-компании, которую я все-таки называть не буду, в которой ставилась огромная задача, огромная цель по привлечению новой клиентуры. Но практически ничего не делалось по поддержке и удержанию клиентуры. В результате образовалось так называемое ведро без дна. Да? Клиентура притекает, так же бодро утекает. А вот сидящих людей, которые платят из года в год, оказывается как-то неприлично мало. Компании сейчас уже нет. И вот это, так сказать, первый момент четкого понимания, каким образом устроен ваш бизнес, и на что он ориентирован, оказывает радикальное влияние на то, как вы им занимаетесь. И в том числе, если вы занимаетесь этой историей посредством CRM, то, соответственно, вы ее и затачиваете за соответствующим образом. Соответственно, что у нас здесь? Если наш бизнес радикальным образом зависит от штучных, разовых, первичных продаж, то чем мы занимаемся? Рекламой, привлечением новых клиентов. У нас сидят замечательные менеджеры, которые должны очень четко отлавливать входящие звонки. Тут вся вот эта вот у нас автоматизация, каналы, быстрая регистрация первичных обращений, анализ проблем, почему люди ушли, с нами не остались, это т.п. Вся вот эта машинерия работы с лидогенерацией, с лидами лидогенерации. Окей. Допустим, я имею бизнес вот такого духа, волшебного. Как мне повысить эффективность своей компании? А дайте-ка я закрою всю рекламу, уволю людей, занимающихся первичными продажами, и начну просто снимать абонентскую плату. Что будет у меня с компанией? Ответ. Она процветет. Например, почему наши операторы всяческой связи относительно легко переживают разного рода кризисы коммерческие. Что в 2008, что сейчас. Вот ничто не убивает операторов связи должным образом. Как жили, так и живут очень неплохо. Максимум, что они теряют, это темп роста. Зато могут сильно снизить издержки на первичной продаже, рекламу и т.д. и т.п. И опять же, вот этот механизм к чему приводит? Если вы следите сейчас хотя бы немножко за вот некой модой в бизнесе, вы могли заметить, что огромное количество компаний с тем или иным успехом пытается перевести свой бизнес с разовых продаж на абонентскую плату. Здравствуй, Битрикс. И Битрикс 24. Здравствуй, офис 365. Уже платите? Или все-таки пользуетесь ранее купленной лицензией? Понятно, да? Принтеры пытаются перевести на аренду. Да? Печать. Все что угодно. Все что угодно, только чтобы аренду. Чтобы шла абонентская плата. Очень хороший бизнес. Всегда можно его сам. И, ну и, соответственно, третий бизнес. Что мы должны делать? Мы должны бегать по своей базе,
изучать своих клиентов, набирать статистику их покупок, осознавать, как они себя уже ведут, как они с нами взаимодействуют. Наша задача вовремя им сделать, напомнить. Вы не забыли запечатать визиточки? Вам новая партия флайеров не нужна? Что-то вы воду перестали заказывать. Да? То есть сидит кто-то, напоминальщик. И вы прекрасно понимаете, что это совершенно разные работы. А здесь нам что будет нужно? Кто главный здесь? А здесь главный хелп-деск. У нас что-то, не дай бог, не работает. Тут о нас клиент вспомнил. Какой лучший банк на свете? Лучший банк на свете – это банк, который вы забыли. Вы им просто пользуетесь. Вы даже не очень точно помните, как он называется. Это идеальный банк. Идеальный оператор связи – это оператор связи, про который, название которого вы не помните. Вы им просто пользуетесь. Понятно, да? Самое главное здесь – не спугнуть клиента. Не создать ему повод вас покинуть. Соответственно, когда мы с вами говорим о вещах типа CRM, вы уже совершенно четко понимаете, да, то есть когда вот мы начинаем отстраивать нашу систему взаимодействия с клиентурой, мы будем вынуждены решать очень разные задачи. Здесь, как я уже сказал, все, что завязано на лидогенерацию, да, каналы, эти самые открытые линии, все вот это машинерия. Здесь что у нас будет главным? Здесь у нас будет главным поддержание актуальной базы данных и система триггеров, которая срабатывает на Новый год, чтобы напомнить клиентам, что пора купить подарки, которая срабатывает по времени, чтобы напомнить, что вовремя привезти воду, которая срабатывает там почему-то, какие-то еще события. Да? И нам все время напоминает, пора позвонить клиенту. Он точно должен что-то купить у нас. А здесь, как я уже сказал, хелп-деск. Главное, чтобы все работало, чтобы все было тихо, все было спокойно. Ну, собственно, это вот. Таким образом, когда мы с вами говорим о построении системы внутренней конструкции компании, прежде всего, вы должны для себя точно уяснить, в каком стиле идут ваши продажи, где ваши деньги. На каком этапе взаимодействия с клиентурой создается денежный поток? Это первичное привлечение, обслуживание или повторная сделка. И уже в зависимости от этого вы действуете дальше. И CRM это не единственное. От этого зависит система, каких людей вы нанимаете, от этого зависит система стимулирования, от этого зависят всякие KPI и там, прочее. То есть это очень широкая история. И, собственно говоря, наверное, я очень быстро закончил. Да, то есть я хотел вам рассказать вот эту вот очень кратенькую, очень понятную вещь для того, чтобы вот запустить обсуждение взаимодействия с CRM, типажа бизнеса, да, вот некого клиентского цикла, да, вот три основных клиентских варианта, которые я вижу, и с тем, чтобы мы могли дальше уже как-то с вами работать по тематике CRM. Итак, если у нас есть какие-то вопросы. Спасибо большое. Не уходите. Я вас не отпускал. Вопросы к Алексею? Давайте. У меня приложение здесь, ответить. Пришлось даже подключить отдельный провод, потому что уже садится. Пока вопросов нет, я так спрошу. Вы рассказали о трех этапах, грубо говоря, жизни клиента. Вот какие, на ваш взгляд, основные сложности вот из, грубо говоря, из жизни не IT, да, из жизни вот как бы услуг какого-то другого характера, когда клиенты зависают там, где не надо, или проскакивают слишком быстро там, где надо? Вы знаете, спасибо. Ну, я могу, ну, скажем так, к сожалению, специфика работы консультанта не всегда позволяет там называть конкретных людей. Очень типичным примером была ситуация следующего духа. Имелась маленькая типография, вот такая цифровая, в которой владелец, начитавшись книжек по маркетингу, был очень сильно ориентирован на привлечение новых клиентов.
Он вкладывал огромные деньги в рекламу разнообразную, городскую, местную. Он нанимал менеджеров, которые занимались холодными звонками. То есть он работал как бы в стиле первичной продажи. И в какой-то момент он обратился ко мне с вопросом, почему же, где же деньги? После рекомендации всех уволить, а посадить не очень, ну, среднеоплачиваемую, внимательно аккуратную сотрудницу, на то, чтобы просто аккуратно крутить его базу данных, которую он накопил за 3-4 года работы, там было 1,5 или 2 тысячи клиентов. Кстати сказать, на Битриксе крутили. Это я не специально, но так случилось. И просто когда сел аккуратный человек, просто аккуратно прозванивать его по кругу его базу, там был построен некий цикл, посмотрели, скажем, предполагалось, что флайеры кончаются за месяц, визитки за 4-5 месяцев. Соответственно, в зависимости от товара, ставился флаг, когда звонить, и после того, как девушка начала работать, к концу первого месяца у нее появилась первая прибыль. То есть, так сказать, совершенно элементарно, то есть просто был смещен фокус. И в данном случае то, о чем я вам рассказываю, это не вопрос какой-то хитрости специальной. Это вопрос того, что вам просто нужно просто точно понять фокус. На каком месте надо сосредоточиться. Откуда деньги-то идут. Алексей, как это сделать? Как вот вы выпрыгнуть из потока и все-таки посмотреть на себя так, чтобы понять, а фокус мой там? Вы знаете, я специально вот для нашей этой встречи выбрал вот какой-то, на мой взгляд, настолько вот, ну, линейно, примитивный ход, да, извините, я сейчас договорю фразу, что, собственно, вы же сами прекрасно понимаете, у вас абонентка, у вас крупные разовые продажи в качестве основы или у вас регулярные продажи, повторные. Понять и оценить этот вопрос вообще ничего не стоит. Загляните, собственно, в записную книжку, да, или почитайте собственную рекламу. Вы продаете дома, значит, у вас разовые продажи, продаете воду в офис, значит, у вас регулярные продажи. И это тут не требует никакого ни дзена, ничего. Давайте вопрос. Спасибо большое, что позволили задать вопрос. Извините, что не через приложение. А как быть, если в бизнесе клиент, с одной стороны, он должен быть всегда новый, но при этом его нужно поддерживать? Объясню, работаю в компании Uber-партнер. Нам, с одной стороны, нужно привлекать постоянно новых водителей, чтобы они с нами сотрудничали, и при этом мы должны их постоянно вести, чтобы они катались и приносили деньги. То есть возможно ли эффективно совмещать клиента, да, когда он в двух лицах, да, такой получается? Нет, он не в двух лицах. У вас есть процесс пополнения клиентской базы, и есть процесс удержания клиентской базы. И вот в вашем конкретном случае совершенно точно понятно, что если вы научитесь держать свою базу, там 99,9%, вот вы теряете там 1% в год, это значит, что вы там можете выключить все рекламные свои каналы и 9-10 лет жить спокойно, просто снимая с тех, кто у вас уже есть. Понимаете, да, о чем я говорю? То есть в компаниях такого рода, когда вот вы идете на некий регуляр, Uber это в частности как раз фактически система абонентской платы. Да? То есть, если вы просто не обижаете своих водителей, они просто у вас работают, то вы можете просто снимать деньги. Отличная система, классная. А вот другой вопрос, если в амбиции компании говорят, а я хочу расшириться, а вот мне вот обязательно, то, ну да, только это совершенно отдельный план, это план расширения клиентской базы, это совершенно другой план. Правда, на этом пути я много раз видел примерно следующую беду. В стремлении к расширению клиентской базы начинали обижать существующую. То есть, когда вновь повреченный клиент получал такие льготы, что старые клиенты говорили, ну все, ребята, ну как же так, ну так же нехорошо. Ну вот тут да, тут можно напороться. Это и есть такая. Еще один вопрос пришел в приложение, спасибо, Ольга. Компания продает дымоходы. Много повторных клиентов или по рекомендации? При этом те, кто рекомендует, начинают просить процент от новых клиентов. Как от этого уйти? Нет, реферальная программа – это хорошо, но вот почему-то вы хотите уйти, хотя я бы не стал. Ну, это зависит просто от процента, который они просят. Это первое. Во-вторых, ну, рекомендательный маркетинг – это очень хорошая штука в среднем, но просто это не сегодняшняя тема. Да? То есть я здесь могу задержаться потом с вами поговорить на эту тему, но
Рекомендательный маркетинг, как с ним работать, просто совершенно отдельная тема, просто сегодняшняя. Так-то спасибо. Я бы посоветовал, если не можете побороть, возглавьте. Обозначьте свой процент. Им будет приятно и вам хорошо. Все, спасибо, Алексей. Спасибо большое. Спасибо большое. Извините, что был слишком краток. Спасибо.